чисто по приколу попробуем сделать вот так. Что происходит? Конвейер бесконечных хулиганов. У тебя есть целых 3 секунды для того, чтобы нажать лайк. 1, 2, 3. И если ты успел, пиши в комментариях, чтобы получить от меня заветный лайк под коммент. Ишки, ребятки, с вами Лекс, мы продолжаем играть за Супер Хиро Лига. И в данный момент, как вы видите, мы играем за нового супергероя, это Супер Портал. Это девушка, которая, видимо, создает как-то порталы, но мы сейчас все это с вами и узнаем. Погнали! Смотри, ваши способности потрясающие, нажмите, чтобы создать порталы для телепортации врагов и предметов. Так, ну как это работает, давай посмотрим. Оп. И... телепортируйся. А, то есть вон так работает, окей. Окей. Ничего не понятно, но очень интересно. То есть мы должны создавать 2 портала. Узрите силу Супер Икс, он неуязвим к вашим способностям. То есть мы создаем один портал здесь, другой портал здесь. Офигенно, офигенно. Один здесь, другой здесь. Круто, ребят, очень круто. То есть у нас получается, нам сразу нужно ставить... Есть 2 нажатия для 2 порталов. Ну, точнее, вот этот вот один кружочек сверху, это сразу 2 портала. Вход и выход, разумеется. То есть вы можете таких 4 штуки поставить в общей сложности, но для того, чтобы пройти миссию идеально, нужно просто поставить 1. Окей, в любом случае это интересно, это новая механика, а я могу так сделать? Так, видишь, и не получается, или я просто далеко? Да, реально далеко. Ну, взрывайся! Посмотри на это, лол! Окей, давай сделаем так. Но! Вот и все, никаких проблем. Получай! Видишь, в некоторых местах нужно толкать, в некоторых местах нужно как раз таки, наоборот, как это, от падения урон приходится. Ну, то есть здесь, к примеру, от падения. Ну, здесь, видишь, не от падения, здесь просто динамит взрывает. Здесь можно было любым действием это все реализовать. Так. Опачки, а почему у вас трое? А я могу одним порталом его засосать? Лол! Прикольно. Это прикольно. Убедите, что вы не убьете заложника. Боба-боба, да? Опять ты. Да не убьем, как мы их убьем-то. Опачки, все. Заложники в безопасности. На безопасном расстоянии стоят. Здесь прикольная, кстати, тема, смотри. Я не понял. Вот так вот делаем. И побеждаем. По одной коробке просто. Раз, два, три, раз, два, три. Нужно было, кстати, можно было вниз, точнее, не нужно было, а можно было вниз, а можно, видишь, за границу карт. Окей. Здесь делаем так. Идеально все проходит. Просто телепортируем динамит. Что здесь делать? А. Ну да. Телепортируем этого челика. Ага. Подожди, я кнопку нажать не могу, что ли? А почему у меня портал создается? Кнопка не нажимается. Это странно. Я думал, кнопка в любом случае нажимается. Окей. И что тогда надо сделать? А как кнопку нажать тогда? Это странно. Это странно. Ну, то есть он не умирает при таких взаимодействиях. Туда-сюда телепортируется. Так, Супер Даймонд твердый как камень, он так просто не сдастся. Жаль, что я не могу заставить исчезнуть твои штуки. А, что, шутки? Да, согласен. Шутки у него странные, и порой даже переведены странно. Но здесь легко все. Ага. Здесь наоборот все. Ну, все легко, только наоборот. Сначала думал, что динамит надо будет тпшнуть. А динамит-то не тпшится. Да ты что делаешь-то? Лол, давайте так сделаем. Отлично. Ты видел, да, это? Он взял, толкнул Боба, и Боб полетел в телепортатор. И тем самым заставил просто разбиться себя. Окей, в любом случае, все прикольно. Давай попробуем, знаешь, как сделать здесь? Чисто по приколу попробуем сделать вот так. Что происходит? Конвейер бесконечных хулиганов. Прикольно. Ну окей, интересно. Давай сделаем по-другому тогда. А как сделаем? Я не знаю, давай так сделаем.
А почему он телепортировался? А, ну да, здесь же портал. Странно, что они ТП-шатся с этого портала, хотя портал расположен. Хотя, видимо, здесь без разницы, главное, чтобы они просто его коснулись. Ты супергерой или суперноль? Отвали, или я нацелюсь на тебя. А здесь все супер, супер изи. Полетели. Так, я сейчас ничего не понял. Они, видишь, сквозь него как-то проходят. Это что происходит вообще? Окей. Пам. Пока-пока. Улетели. Смотри, у нас костюм. Но получить его мы не можем. Потому что для этого нужно смотреть рекламу. Рекламу мы смотреть не можем. Я получил несколько костюмов. Для Супер Шарп, для еще некоторых чуваков. Потом обязательно вам все эти покажу костюмы. И этот костюм тоже получу потом. Но это опять-таки за что я их получу, если кто не понимает. За просмотр рекламы. Сидишь и смотришь рекламу. Вне записи видео. Отличная история. А, он же не используется точно. Ну давай сделаем так. Нифига себе, я его балкой пришибил. Нормально. Неплохо получилось. Интересно, будут какие-нибудь еще новые злодеи? Потому что злодеи все одни и те же. Пока-пока, чуваки. Жалко, что злодеев новых нету. То есть в каждом уровне получаются все те же самые злодеи. С теми же самыми способностями. Ой, что я делаю? Ой, что я делаю? Вот. Добивай, добивай его. Хоть он уже и лежит. Так, хорошо. Тинтишка, она засосется? Просто она какая-то огромная на самом деле. Я думал, она не поместится в портал. Но портал, видишь, вполне вместительный. Этого достаточно. Портал для того, чтобы такая тинтишка поместилась. Окей, здесь легко. Взрывайся! Вот сейчас я не понял. Вот сейчас я не понял. Ты чё, лёг? И почему ты пропускаешь сквозь себя объекты? Ты что, призрак? Вот это вот для меня сейчас было непонятно. Динамит почему-то не взрывается. Ну окей. Допустим. Давай сделаем такой вот тогда портал. А посмотри, что творится, а? Сел на колени во избежание получения урона от динамита. Хитрюга какой. Ай-яй-яй. Блин, я не то сделал. Давай попробуем. Да пониже его поставить. Ура! Случилось чудо, мы прошли это. Кстати, вот этот пока что самый сложный из супергероев. Потому что здесь реально в некоторые моменты нужно думать. Здесь реально нужно думать. То есть, если первый уровень самый легкий был, там думать-то даже не нужно было. Еще происходит. То здесь уже совершенно все по-другому. Так. Пошел пулеметик. Прикольно получилось. Мы его не убили, получается, а наоборот. Он разбился, лол. Я думал, он ТПшница. А он же не ТПшится, точно. Блин, он просто... Вот этот вот чувак, это самый лагучий чувак с порталами. Потому что зачастую сквозь него предметы, которые через портал прошли, через него проходят. И зачастую как раз-таки он не ТПшится и происходит то, что ты не ожидаешь. Давайте вы вдвоем сюда. Победа, победа, победа. Нифига себе карусель адская какая. Адская карусель хулиганов. Окей, а что с вами сделать-то нужно? Давай так сделаем. Долетались? Вы не заплатили за билет. Ну так, здесь всасывать просто нужно. Всасываем и роняем. Эй-эй-эй-эй-эй. Не хватает, прикинь. Ну давай вплотную поставим. Нифига себе, как засосало их просто мгновенно. Это правда круто, не взрывайся, супер бездельник. И все же каким-то образом все мои проблемы просто исчезают. Так, ну ладно. Бэнк. Бэнк. Этот челик легко взрывается. Здесь у нас опять порталы. Ну, порталом просто тпшим вот эту штуку. А этот шарик уже разбивает бедолагу, которая стоит на его пути. Так. Ебой! Этого тоже тпшнуло, кстати. Видишь, тоже прикольный костюм. Это прикольно, это реально супергеройский костюм, как из всяких Человека-пауков, из Сорвиголов. Если вы знаете таких, пишите, ребят,
Знаете ли вы этих супергероев? Мне даже интересно. Здесь нужно сделать так, чтобы... Ага, а почему он так тпшнул? Я думал, он наоборот тпшнет. Странно все это. Давайте так сделаем. Опа! Братан, ты что там стоишь? А, ты вот так решил? Встал, главное, там в этой зоне. Повис как-то даже. Не встал, а повис и висит. Нормально устроился. Так, ну, братишка, тебя там, да, мы спасаем. На кнопочку нажимаем. И, кстати, если бы обратно телепортировались, если бы ближе портал бы поставили, скорее всего, бы он погиб. А так, видишь, и выжил, и все хорошо, и кнопку нажал, и победили всех злодеев. Просто прекрасно. Здесь мы делаем такую штуку, и делаем вот такую штуку. Прекрасно! Волшебно! Коробки просто как надо залетают. Что происходит? Динамит, ты офигел? Ха, получай так. Тоже прикольно. Костюм, опять-таки, отсылающий ко всем вот этим стандартным костюмам, облегающим. Ну или Бэтмен без ушей, да, вполне тоже возможно. Так, смотри-ка, здесь нужен динамит. А как взять только динамит? У нас здесь два действия, в принципе, два портала. Давай тогда вот этих сюда. А вот этот сюда. Мы его просто убили, даже динамит не взорвался, прикинь. Пипец. Но это хорошо, потому что там была возможность, то, что динамит взорвется и погубит наших братанов снизу. Но, видишь, лучше так. Так, смотри, у нас есть три кнопки, но здесь все просто получается. Все три кнопки нажимаем. Одной коробочкой, которая вылетела из портала. Так. Это что такое? А, так здесь все легко. Что я здесь думаю? Хватит, коробка. Коробка, хватит. Рано или поздно, ненароком. Все, я все-таки убил этого челика. Ну ничего страшного, три звезды уже есть. Уже поздно думать. Блин, плохо получилось. Давай попробуем посильнее тебя кинуть. А он все равно фиговый кидается. Давай наоборот попробуем тогда. Здесь делаем так. Почему он тпшится? А не они. Они не тпшут. А, туплю, точно, они же не тпшутся. А почему он не кидается? Мне нужно сделать так, чтобы он еще и бросился потом. Эх, понять бы почему. Ну ты чё этого-то не захватил с собой? И куда ты? О, получилось! Видел, он упал обратно в портал свой начальный, а потом опять вернулся. Уже ускорившись. Так, хорошо. Блин, а я не знаю, здесь разобьется, наверное, этот челик. А как тогда сделать? А, вот как. Смотри, сквозь текстуры проходит там. Так. Здесь есть два таких чувака, и мне нужно их обоих вот сюда. Блин, а как сразу обоих сделать? Давай сделаем так. Ага. Да, одновременно это не получится. Давай сделаем так. Так. И так. Победа, победа! Легчайшая! Здесь еще легче, чем легчайшая. Блин, кстати, там можно было продолжить. Не вылетит! Не сможет! Не сможет! Блин, а как попасть еще нужно? Как умудриться еще прицелиться? Давай! Опять физика предлагает. Да зачем ты мне физик нужен? Мы тебя уже прошли, бродяга. Так, здесь делаем все просто и легко. Конвейер опять такой устроили. Блин, а здесь как?
Угу. То есть, по сути, это можно реализовать. Оп! Упал! Разбился все-таки, там даже без звука практически. Окей. Здесь берем, наверное, челика. И вперед! Ага. Здесь нужно два портала делать. Одного челика мы прячем к себе. Второго челика мы вот сюда вот отправляем. Победа, победа! Легчайшая! Супергерои тащат! Окей. Эту фигню мы просто бросаем. Блин, рано, наверное, давай. Раз, два, три. Ага, она не добрасывает, лол. Нормально. Давай. Да пошел ты в жопу. Не добрасывает, прикинь. Так-то она прикольно, видишь, бросает, но он не добрасывает. Мне нужно прям идеально поставить. Да вроде должно сейчас. Оп. Ну давай. Ну ты что, прикалываешься? Он даже до пятки не может докоснуться. Ух ты, засранец какой. Давай вот так сделаем. Тех троих. Так, смотри, что у нас получается. Качается челик, отдыхает. А этим челиком мы должны его, разумеется, как-то поймать. Опа! С первого раза красиво. Прям точь-в-точь, куда надо было. Смотри, что здесь. Мы спасаем нашего челика. Он спасен. И теперь берем эту штуку и кидаем ее сюда. Все, 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 хватит. Успокойся! Вот! Молодец! Как он живой остался, этот Биба-Боба! Просто пипец! Я в шоке. Как он мог реально в живых-то остаться? Смотри, что здесь мы делаем? Здесь тинтишка, скорее всего, появляется. А, нет, здесь коробка просто появляется. Знаешь, коробку мы вот сюда вот. Опа! Их оживем. Нормально. Этот Бобик, а Бобик, он очень сильный. Он очень неуязвимый. У него голова просто, видимо, чугунная. Видели, он там головой бьется об него, а ему по барабану. В этого чувака уже избитого. Так, ну что получается? Мне нужно сначала спасти одного. А точнее, он уже спасен. Потом этим же одним нажать на кнопку. Ага. То есть мне нужно в другом направлении же это сделать. А как сделать так, чтобы он нажал на кнопку? Лол. Блин, я чуть не понимаю. Вот мы его спасли. Мне нужно нажать на эту кнопку и на эту кнопку. Не понимаю. Я понимаю, как это можно сделать двумя чуваками. Двумя порталами. А как одним порталом сделать, что-то вообще не понимаю. Это странно. Блин, он не долетает просто, видишь? Я понимаю, что я вроде бы делаю все правильно, но он не долетает. Хоть, блин, снайперку бери, достреляй. Почему не долетает? Ну почему ты не долетаешь, братишка? Он здесь вообще застревает, лол. Окей. Да, тогда вплотную как-нибудь сделаем. Здесь сделаем так. Здесь сделаем вот так. Блин, не хочет летать. Здесь сделаем так, и здесь сделаем вот так вот. Ага. Давай, здесь сделаем так. Здесь делаем так. Может быть, этим нужно управлять? Что-то я об этом не подумал. Я туплю, ребята. Вот тебе и на. Вот тебе и на, оказывается. Сижу, выдумываю, что делать с этим челиком. Хотя нужно было работать вот этим нижним уже. Офигеть. Потому что, видишь, у меня мозг изначально начал подозревать то, что это взрываются все коробки. Из-за этого я сразу отсек вот этот вот вариант, то, что с нижним нужно что-то делать. Вот в чем прикол. Так, что-то я не то сделал, да? Смотри, что делаем. Попробуем так. Да, работает. Легчайшая.
Легчайшая, легчайшая, легчайшая. Сколько там миссий, кстати, осталось? Осталось совсем немного, ребят. Давайте для следующей серии оставим вот эти миссии. И у нас еще будут дополнительные миссии здесь. Надеюсь, вам нравится данная игра. И, разумеется, жду от вас лайк, комментарий, подписку, нажатый. Вот это вот, слышите? Слышите его? Я слышу, вот он. Колокольчик, разумеется. Как иначе? Чтобы вам приходили оповещения о новых видео. Все, с вами был Лекс, спасибо за просмотр. Всем добра.